Всем привет! Продолжаем подводить итоги года из мира шоу-бизнеса. В прошлый раз мы рассказали о свадьбах российских знаменитостей. Ссылка будет в описании. Сегодня предлагаем вспомнить самые яркие свадьбы иностранных звезд. В марте 31-летняя британская актриса Бонни Райт вышла замуж за бойфренда Эндрю Лококо, с которым встречалась несколько лет. Свадебная церемония прошла на природе в присутствии близких и друзей. Для торжественного дня Бонни выбрала два платья – белое с воздушными рукавами и серебристое. Модель Кортни Кардашьян и барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер поженились. Сразу после премии Грэмми 4 апреля в Лас-Вегасе счастливая пара переоделась в джинсы и черные косухи и отправилась в одну из местных часовень, где темнокожий двойник Элвиса Пресли провел тайную церемонию, которая оказалась просто генеральной репетицией. Позже, в мае, в Санта-Барбаре пара провела настоящую церемонию для очень узкого круга друзей. Для торжества Кортни выбрала белое облегающее мини-платье. И уже 22 мая молодожены в третий раз связали себя узами брака на вилле в Италии. На пышной церемонии присутствовали друзья, родственники и дети пары. В этот раз Кортни была в мини-платье Дольче Габбана с длинной кружевой фатой с изображением Девы Марии. Это полная копия рисунка татуировки с головы Трэвиса. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, женился на дочери миллиардера, 27-летней Николи Пельц. Свадьба проводилась в роскошном поместье отца невесты Монсарель в Памел-Бич. Празднование продолжалось 3 дня. На торжестве присутствовали 500 гостей. По оценкам СМИ, стоимость мероприятия примерно 3,5 миллиона долларов. Хлоя Севиньи и Синиша Макович сыграли свадьбу спустя 2 года после регистрации. Пара расписалась еще в марте 2020 года. Потом у них родился сын Ваня. И вот 15 мая этого года влюбленные отметили пышную свадьбу для родственников и друзей. Для торжества невеста выбрала 3 неординарных наряда. Полупрозрачное платье необычной формы, мини-платье со шлейфом и комбинезон с кружевными вставками. 9 июня 40-летняя Бритни Спирс вышла замуж в третий раз. Мужем певицы стал 28-летний танцовщик и тренер Сэм Асгари. Бритни выбрала длинное белое платье Versace с разрезом. Празднование свадьбы было в большом шатре, украшенном цветами. Невеста позировала в красивой карете. Вокруг все было сказочно, как и хотела Бритни. На их свадьбе было много звездных гостей. Среди них Донателло Версачи, Селена Гомес, Дрю Берримор, Пэрис Хилтон и Мадонна. Британский актер Алекс Петтифер и немецкая топ-модель Тони Гарн спустя 2 года после регистрации решили повторить свадебную церемонию. Торжество провели 20 июня на Средиземноморском острове Парос в Греции. Для торжества пара выбрала легкие светлые наряды. 36-летняя актриса Александра Дадарио и 52-летний продюсер Эндрю Форм поженились в июне этого года. Свадьба была в винтажном стиле и проводилась в старинном концертном зале в Новом Орлеане. Невеста выбрала плиссированное платье с вышивкой, а также дополнила образ длинной фатой и кружевным зонтиком. Актриса Линдси Лохан вышла замуж 2 июля, в день своего 36-летия. Избранником Линдси стал 35-летний арабский финансист Бедер Шамс, с которым она встречалась 2 года. Церемония была приватной для узкого круга родных и близких. После 6 лет совместной жизни и рождения 2 детей в июле поженились Кирстен Данст и Джесси Племонс. Свадьба прошла тайно на Ямайке. Главной свадьбой года называют свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Бен и Дженнифер встречались еще в 2000-х годах, но свадьбой тогда отношения не закончились и пара рассталась. И вот спустя 20 лет влюбленные аж 2 раза сочетались узами брака. В июле пара тайно обвенчалась в часовне Лас-Вегаса, а в августе уже сыграли масштабную свадьбу для многочисленных друзей и родственников. Молодожены и гости в течение 3 дней гуляли в поместье Бена Райсбора, штат Джорджия. Оформление свадьбы было в стиле кантри-шик. Невеста сменила несколько нарядов за мероприятие.
30-летний актер Джек Глисон женился на Розин О'Махоуни. Церемония состоялась в ирландской церквушке. Свадьба была скромной для самых близких и родных. В сентябре 42-летняя актриса Джорджианна Брюстер вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Мейсон Морфит. Свадебная церемония состоялась в Санта-Барбаре. Невеста выбрала платье с открытыми плечами, кружевным корсетом и шлейфом «Рыбий хвост». 49-летняя актриса Лина Хиди вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал актер Марк Менчака. Свадебная церемония состоялась в Италии. На празднике присутствовали родные и близкие, а также друзья и коллеги по съемкам. На невесте было минималистичное белое платье на тонких бретельках и фата, скрепленная венком из живых роз. 30-летний актер «Сумерек» Тейлор Лотнер женился на девушке Тейлор Доум. И она взяла его фамилию. Теперь, чтобы супругов не путали, девушка использует сокращенное имя Тей. Свадебная церемония состоялась в Калифорнии. Невеста выбрала нежное белое платье, вышитое цветами и длинную пышную фату. А чье платье понравилось вам больше всех, пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!